Друзья, всем-всем привет! Мы выехали на рыбалку. Я стояла, поймала три небольших рыбки. Я потом покажу. Шурику дала. Он сапожки не взял резиновые. Я дала ему свои. Вот. И он стоит в моих сапожках. В общем, мы с ним чередуемся. Вот такое озеро, вот такая красота кругом. Немножко ветер стих. Мы приехали, прям волна была. Саша, следи за поплавком. Там вот народ. Еще рыбачат. Сейчас пролетали лебеди прямо над головой. Ну, телефона у меня с собой не было. Прямо над нами. Вот только ветер стих, волна утихла. Сейчас попрет, наверное, клев. Саша, ты за поплавком следи. Правильно, говорит, баба, что ты меня учишь? Ага, ты головой туда-сюда. Камыши. Камыши. Вон там лебеди. Целая это была ихняя. Как назвать? Стадо. Что, Шурик? Давай перекидывай, ага. Ой, ты меня не поймай. Сашка, ты крючок на меня закинул. Чуть-чуть бы и бабу поймал. Подняться бы на яр. Трава зеленая-зеленая здесь. Вот такое небо. Ну, коршуны летают. Дробленку с собой брали, забрасывали, прикармливали рыбку. Все уже перекидали, немножко осталось. О, плюхается. Сейчас, Шурик, будем меняться. Не дает. 3 часа, говорит, ты стояла. Вот за 3 часа 3 рыбки поймала. Погода была же плохая. А сейчас... А я не вижу твой поплавок. Где он? Ты маленечко его. Вот так. Шурик, я прям боюсь. Ну вот и бросаешь какую-то в сторону. Сейчас я ему сделаю. Незабудки зацвели. Посмотрите, какая красота. Полевые цветочки. Земляника цветет. Пахнут, нет? Нет, эти не пахнут. Сейчас поднимусь на яр и покажу вам. Вот я вам показываю с высоты. Я на яр зашла. Шурик ко мне бежит. Опа! Потихоньку. Молодец. А здесь это поле пары. Под пары, наверное, оставили. Давайте посмотрим. Какая красота, какое озеро. Андрей карася поймал. Не говорил, чтобы я его не снимала, а в кадр попал. Ну ничего. Вон красота какая. Красота. Так, а вон то деревня, это Малькова, наверное, да? Вот рядышком деревня. Малькова называется. Нет, там Малькова. Где? Там Малькова. Там Яркуль. На той стороне Яркуль. Да. А мы тогда на Мальковой купались. Ну да, там. Тут же озера кругом. Вот так вот озера на ту сторону за деревню. Там другое озеро. Мы там купаемся. В общем, тут сплошные озера. А мы будем так ездить? Лебеди все поулетели. О! Ага. Рыбка. Подъезд поймался.
Это я там прикармливала. Дробленки сейчас только кинула, ушла. И рыба начала ловиться. Вот мне невезуха. Полевые ягодки зацвели. Ну, здесь потому что озеро рядом. А вообще, в степи, наверное, я не знаю. Вон какие цветочки. Незабудки мы их называем. Рыба плещется, плещется, прям слышно, как она плещется. И я ее сейчас видела ондатра. Прям думаю, что такое коричневое плывет в камышах. Это ондатр плыл, коричневый. Вот улов. Тут где-то мои три штуки. У меня вот такие вот, три маленькие я поймала. Ай! И все. У меня три маленьких. Остальное Андрей наловил. Опа. Карасики. Друзья, всем привет. Я с веранды вещаю вам. Сегодня мне передали вот столько творога домашнего. Творожок приехал. И я решила сделать к вечеру вареньки. Днем жарила рыбку. В общем, с утра мы уезжали, потом приехала, жарила рыбы. Ну, а на вечер, думаю, сделаю вареничков. Хотела вам что-нибудь поснимать в огороде, но не тут-то было. Ветер, весь день дует ветер. Прям не знаю, как на каком-то полигоне. Дует и дует, трепет и трепет. В огороде все затрепал. Не знаю, что там. Что там будет. Поливать сегодня надо. Но, может, попозже маленечко стихнет. Так, сейчас я отсыплю, сколько мне нужно на вареники. Возьму. Вареников налепила немного. Сейчас еще сделаю этих пустышек. Ну, тут у меня еще остался творожок. Наверное, долеплю. Еще одну, наверное, раскатаю. И мне как раз хватит. И сделаю пустышек. И вот это будет у нас ужин. Еще немножко подлепила. И сделала вот такие вот ушки на макушке. Мне нравится. Я всегда их варю, делаю. И с маслом. Ставлю воду варить. Вареньки сварила. Мы с Вовой вдвоем ужинаем. Вот такие варенички. Кому не сладко? Вова любит сладкое. Можно даже сверху посыпать сахарком. И вот такие ушки на макушке. Вот, ушечки. Пустышки. Почему я люблю, я не знаю. Мне нравится. Ветер у нас не стих, дует, так что погода у нас меняется, я посмотрела погоду, с завтрашнего дня у нас похолодание, может быть дождик хоть пройдет, ну как похолодание, заморозка, не пишут, что заморозок, а температура снизится ночью 7 градусов, от вас, наверное, пришла к нам. У нас-то была жара, а вы там замерзали. А теперь наоборот. Ночью 7, 6, даже 5 смотрела. И днем 12, 13. И так дней, наверное, 5. Потом 5 потепления. Ну, это ладно. Лишь бы дожди прошли. Уже невозможно. У нас такая сушь. Ну, это прям ужас. Поливай, не поливай, вот... Растения вообще страдают. Засуха. Ну и все, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Буду закругляться. Всем желаю крепкого здоровья. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.